людям. На самом деле, вообще вопрос экологии и мусора, он достаточно комплексный и очень большой. Я подробно, может быть, сейчас пока останавливаться на различных моментах не буду, именно взаимодействия различных ведомств, как Министерство ЖКХ, либо информирование населения. Кратко скажу вот за Министерство экологии Московской области. Дело в том, что мы вообще очень сильно стараемся поддерживать все экологические проекты, которые на территории Московской области развиваются. Также поддерживаем большое количество групп экоактивистов, которые есть общественных организаций. Я в Министерстве экологии отвечаю за линию надзора. И вот даже кратко, если остановиться на экокультуре или на каких-либо действиях, могу сказать одно. Экологических нарушений еще очень много на территории Московской области. Это касается всех видов надзора. У нас их 10 штук. Это и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха, и охраны вод, недр, особо охраняемых природных территорий. И также вот в сфере отходов. То есть здесь нельзя говорить именно о какой-то одной сфере. Активисты у нас очень разнородные, очень активные, и мы всячески им помогаем. В своей вот деятельности надзорной у меня порядка 7 общественных организаций принимают участие в работе именно моего надзорного подразделения министерства. Но также есть очень большое количество активистов, которые в первую очередь приходят и говорят: скажите, а вот мы хотим сделать это, организовать вот это. Понятно, что это не линия надзора, но это в первую очередь формирует сознание граждан, формирует сознание школьников. То есть везде должно быть информирование именно такого рода проектами в виде примеров. И это не только касательно мусора, совершенно верно. У нас замечательные акции проходят и «Посади дерево», и по раздельному сбору мусора. Вот это все действительно нужно поддерживать, чем мы и занимаемся. Поддерживать это взаимосвязи между различными ведомствами, потому что у нас Комитет лесного хозяйства Московской области также очень активно участвует во всех различных акциях, касаемых посадки деревьев и обустройства там, памятников природы. Да даже элементарно скворечники, которые там вешаются детьми, это действительно нужно культивировать, развивать и со школы, и в институтах, да и вообще в целом. Вот. Потому что раздельный сбор мусора, он в первую очередь важен, когда об этом ты понимаешь с детского возраста, с момента воспитания. Просто я параллельно являюсь еще преподавателем в высших учебных заведениях, поэтому я охотно вижу, как приходят на профессию эколога учиться наши студенты, вчерашние школьники, и половина основ они пока не получают в информационном поле. Поэтому любые акции действительно министерством поддерживаются, всегда на контакте с коллегами, либо с активистами, которые действительно хотят что-то реализовать. Стараемся только положительно всегда на все реагировать, поэтому, несомненно, поддерживаем любые инициативы в данной сфере. Спасибо большое.